Так, ну что у нас там? Кто Вон еще? там, в небе! А, Давайте против нее, собьем эту да? птичку. Кризики крылатые. То есть получается мы в каком-то обратном порядке тут. То есть получается там мы дрались против этой птицы, а тут в обратном порядке почему-то деремся. Не понял, в чем прикол. То есть тут вроде как продолжение было с Бумом, когда были, да? То есть все равно похитили, как именно концовка за Лигу Зла была. Продолжение как бы тут. Ну, как бы... Интересно. Ну ладно. То есть против Кризики это сражаться будем. Так, окей. Элиза сражается с крылатой противницей. Не имеет возможности подняться в воздух. Не имеет возможности подняться в воздух. А что за билка-то была? А, перерождение. Блин, прикольно. Ну ладно, погнали. Элиза у нас будет, да? Окей. Перерождение это жестко на самом деле. Элиза и Кризики. Стой, чудовище! Куда вы дели Рено? Аметистовая крепость ждет. Теперь он наш. Так, дуплет. Орла призываете или берете карту? Так, Арапоника. Это кто, блин, что за покемоны там нарисованы? А, вы берете две карты, стоят на две меньше за каждого древнего под вашим контролем. Ну, древнего пока нету. Блин. Ну, когти надо ставить, потому что у меня перерождение есть, и лучше зачистить, да? Блин, а вот здесь я не знаю. Ну, ладно, это так. У нас котобилка еще есть. Так, увлечение. Так, существа у вас в колоде получают 2-2, стоят... А, ну 2-2 получают, но при этом стоят на одну ману больше, блин. Хочу ли я это использовать? Наверное, хочу. Стоит рискнуть, наверное, да? Так, Только бы не ошибиться. Кошпометательница. Призывает древняя 2-2. А, вот, насчет древней, кстати, темы. А тут что? Вы смотрите... Три верхней карты из колоды выберите. Выбираете, берете одну из них. Три карты. Только бы не Ладно, ошибиться. давай бафаем всех. А это до конца хода, поэтому не стоит сейчас выжить. Скоро Рискуем, конечно, одну ману обрушится больше будет стоить, но ладно. последняя кара. Так. Кара? Из Ульдума? Что вы задумали? Спустись на землю и сражайся! Подожди. Дыхание снов. Это там Изера, что ли? Вы берете карту, если у вас в руке есть Только дракон. бы не ошибиться. Блин, вы можете помолчать. Вы берете карту, если у вас в руке есть дракон, вы получаете пустой кристалл маны. Но дракона нет, поэтому... Древняя стоит? Я думаю, стоит призвать древнюю. Наверное. Или посмотри, или здесь Только достать. бы не ошибиться. Или здесь. А, давай рискнем. Что-нибудь раскопаем. Развилка. Блин. Заклинание за 5 или больше призываете двух древним. Заклинаний нету у меня. То есть мне надо вот эту карту брать, получается. Чтобы если мы потом Сделал. раскопаем ту, хотя бы это сработает. У нас ничего не выйдет, пока не все в воздухе. Почему она не ходит? А вот, кстати, вот она и вылетела. Отлично. Так, комба есть. Давай тоже. Я Элиза Звездочет, и тебе не уйти от расплаты. Теперь я могу летать! Эта битва войдет в историю. Теперь я могу летать! Большое спасибо. Теперь я могу летать! Невероятно! Теперь я могу летать! Я ошиблась. Теперь я могу летать! Предупреждаю, я читал руководство по этому бою. Теперь я могу Так. летать! Хочу ли я взять карту?
и звать орла. Следующий хоть четвертый будет, да, у нас? Стоит ли призвать древня? Только вот чем бы вопрос. Не ошибиться. Стоит ли призвать древня? Просто там какая-то карта была с древним связана, но... То есть на четвертый ход, если только эту позвать, да? На пятый тут. А на какой-нибудь шестой тут, либо там ставки с древними высоки. Что-то, да? А, давай скинем еще. Вот с древними карта, да? Так, а тут что, вы кладете в руку случайно легендарное существо. Кстати, четвертый ход следующий будет, что? Да, давай светляка возьмем, на следующий ход поставим. То есть пока вообще супер пассивно, что я, что она, да? Ты дала крылья. Пошел ход. Легендарки. 3-2, у нас 5-4. Но у нас есть... Блин, а это же дракон, ё-моё. Блин. Если у вас ну, есть дракон, получать пустого кристалла мана. С другой стороны, а вдруг другого дракона у меня и нету больше, да? А вдруг другого дракона-то у нас нету. Так что придется здесь у нас все-таки сны использовать. И забрать лицом, наверное, да? Блин, ну это хороший шанс. По-другому никак, может, не реализовать будет, реально. Только так, больше не так. Нельзя давать. Значит, я рождение может заюзать. А, это она похитила у меня, да, эту карту? Угу, нормально. Так, шестой ход, блин. На самом деле... Блин, двух древних, а смысл какой? Раскапать идеальную карту и замешивать прекрасную идею в колоду. А, так, ставки так, так. Высоки. Хочется шестерку разыграть на самом деле, с другой стороны. На будущее, да, но... Это супер пассивно. Если эту разыграю, будет два древних, но как минимум одно из них умрет. Бегите! Бегите, малявки! Давай сейчас карту раскопаем, все равно 0 маны стоит, да? Это должно сработать. Идеальная карта. Ну, под контроль, кстати, неплохая идея. А, погоди, стоп. Другую карту в вашей руке. 3, 6, 7. 5 маны будет стоить. То есть я могу его поставить, кстати. Воу. Да. Идеально. Идеально. Нормально. Прямо лучше не придумать. Занимательная временная линия. Так, ты кто такое? Дракон. Разрушитель времен. Времени. Если у вас в руке есть дракон, но существам противника 3 единицы урона. Ага. Ну это противника только. Я могу, конечно, немоту массу, да? Немоту. Это, кстати, хорошо. Немота. 3 мана останется. Блин, не то не все опять. Но смысла вот здесь уже нету. Надо разгонять, да? Потому что будет 9 тогда, то есть следующий ход 10 ман, хотя... Ладно, тут надо уже древний будем ставить. Здесь все-таки, не, на анимату мне кажется кидать, иначе толку, древние-то все сдохнут. А, давай этого подставим. Вот так вот. Подставим.
Либо он этих будет мелких убивать, либо все это разменяет. Неплохо. Блин. А как, сколько у него, как он, подожди, а как он переродится? При смертным хрипом? Да ладно. Ё-моё, вот это плохо. Он при смертным хрипом перерождается. Вот это плохо. Заказываю дрени под вашим контролем. Блин, это добор, но, блин. Только мне тут добор сейчас. Ставки высокие. Толку мне этот добор. Куча добора, а... Так, надо как-то так сделать, чтобы... Потому что он, скорее всего, зауешит, да? Четыре. Бегите от Лиги Зла! Ну что, сделаем так? Зауешил. То не все. Подожди, а дракон нам нужен где вообще нужен был? Для чего нам нужен был дракон? Уже не надо, да? Это кто такой вообще? Гора Могучий. Ваши древние получают один дрин до конца... А, до конца... А, до конца матча? Ставки высоки. В смысле древний? Древние, которые сидят, или древние вообще любые, которые призывают? Блин, это интересно, кстати. Ну, давай проверим. То есть любые абсолютно возможно древние. То есть, это навсегда теперь баф древний, я так понимаю, да? Сейчас проверим как раз. Лети, лети! А вот для чего дракон-то нам нужен. Получать кристалл. Блин, бесполезная карта уже. Да, посмотрим. Как это работает? 2-2 дверь. 3-3, то есть. Да, плюс 2-2 получишь. Подожди. Получает 1-1, да? Подожди, не, а почему 3-3 они стали? А, потому что он 2-2 сам. Блин, точно, это другое. Он 2-2 сам. Ставки высокие. Так, можешь взять карту. Давай на легендарку. Пофиг на эту фигню. Теперь мы друзья. Здравствуй. Пустой кристалл маны нам не нужен. Опа, это, кстати, хорошо. Это пса, это очень хорошо. Но я не буду, наверное, в лицо ударить. Может быть, на этого бы убить, только толку-то. Чудо, он дурачок, вот лицом бить меня сразу. А, окей. Понял. Че это? После того, как ваш герой получает урон, свой ход призывает сейчас... Отлично, блин. Раскапывайте дракона. Ну, как минимум это у нас ставит. Я, конечно, уже выиграл, понятное дело, но... 5 древних призывают, это я понимаю. Жесть. Так. Блин, ну я не хочу выигрывать. Не хочу выигрывать. Атаки. Сколько нам надо еще? Сейчас я тебя покажу. Не хочу выигрывать, я хочу. Призывать дракона, может там какой-нибудь смертокрыл будет или что-нибудь интересное еще. Магус. А я вообще кто, кстати, по классу охотник?
Охотник. Блин, хочется как-то красиво убить, но... Ну, блин. Свежее мясо! Сейчас я тебя подравниваю! Как убить красиво? Неужели здесь ничего нет абсолютно? Хочешь жить вечно? А вам здесь боевым ключом что-нибудь достать? Было бы классно, если бы сосал бы опять. Достаточно простого заклинания. Так. Погоди, а сколько карт дает? Два заклинания, спам. Противник берет две карты, ну пусть возьмет. Блин, просто ничего нет, что я могу сделать, интересно. Просто ничего. Ну, Элиза, у тебя должно быть что-то. Что-то интересное, наверняка. Убей себя. Блин. Просто ничего нету. Мы должны держаться вместе. И тебе заклинание! Ох ты, ничего. Блин, офигеть, мне что-то опять карта сгорит, да? Ладно. Сейчас что-нибудь дельное. Что-нибудь какая-нибудь классная карта сгорит, по-любому. Нормально, да? Больше карт мне не убежать. Нужно покончить с этой порцией! Ну классно. Классно сработало. Где там эта штука? Призывает случайно существо из колоды. А у меня все занято. Не просто все занято. Просто все занято местом. Ну там вероятно что-то отдельно призвано. Блин, печально, что нет ничего у Лизы, да? Как может еще выиграть. Просто ничего. Да. Это невозможно. Ай, короче. За лигу! Ладно. Печально, печально. Ладно, просто понятно, легкий, но я хотел как-то красиво что-нибудь сделать.
Было бы красиво, если бы сам себя убил, когда эти... Что там, йоксаронские эти штуки-то пускали, как они называются? Не йоксаронские, а эктунские вроде. Если бы сам себя убил, было бы, конечно, красиво. Так, крылатый страж напала. Провокация перерождения. Не может быть целью заклинания и силы героя. Классная карта. За 7 маны 6-8 с перерождением еще и провокация. Офигенно. Так, и нам дали темное пророчество. Раскапывайте существо за 2 и призывайте его. Она получает плюс 3 к здоровью. Отлично. Мы едва добрались до берега. Отлично. Нам нужны союзники и крылья. Угу. Ну, в принципе, все. На следующей неделе откроется. Поиграем. Можно, конечно, героик пойти поиграть, да? Получается. Да. Стоит ли того? Ну, типа, да, можно. Сейчас. Ну ладно, это в следующий раз.